Сегодня по маршруту пресс-тура Народного фронта три адреса. Это улицы, которые попали под ремонт и реконструкцию по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Причина проверки – это не только качество строительства, но и организация дорожного движения. Сегодня мы смотрим результаты выполнения проекта БКД «Безопасные и качественные дороги». Мы с нашим экспертом Александром Витальевичем Вишневским, вот он, пожалуйста, проехали часть дорог, так скажем, начиная с 2019 года, которые были проведены ремонты, и по 2023 год. И основные недостатки, которые мы обнаружили, мы сегодня вам расскажем. Первая остановка – улица Генерала Белика. По качеству ремонта у экспертов вопросов нет, а вот по организации движения – уйма. Однако самое главное – это то, что автолюбители не до конца оценили новую многополосную автотрассу с разделительным островком. Некоторые из автомобилистов не совсем правильно пользуются дорогой ради экономии времени, что противоречит правилам дорожного движения. Именно из-за этого участок и заметил Народный фронт. Значит, он находится на стадии завершения. И уже не успев, как говорится, ввестись в эксплуатацию, уже на нем присутствуют акты вандализма со стороны наших местных автолюбителей, которых, видимо, так не устраивает организация движения, или как-то, я не знаю, или качество дороги, или вот они, наверное, его хотели улучшить по-своему, да? В данном случае, здесь, согласно проекту организации дорожного движения, размещен тротуар, даже он такой широкий, И во избежание проезда и выезда, чтобы не стоять на светофоре, на улицу Трактовая, с поворота на улицу Трактовая, решили ездить по тротуару с нарушением правил дорожного движения, соответственно. После того, как на пешеходной зоне стали появляться автомобили, подрядчикам было принято решение установить на въездах и выездах заграждения. Но и они не помогли остановить поток транспорта. Водители самовольно отодвинули полусферы и освободили себе проезд по тротуару. Возможно, пару экипажей ДПС помогут исправить эту ситуацию, но это не точно. Следующий адрес – это участок дороги по улице Геодезическая. Данный участок дороги был отремонтирован совсем недавно, буквально в октябре отсюда уехала строительная техника. Но на сегодняшний день мы видим, что состояние дороги уже удовлетворительное. Хотя по БКД срок службы дорог после ремонта 12 лет. На сегодняшний день мы видим, что уже через месяц здесь есть выявлены недостатки именно в качестве выполнения работ. Тактильная плитка на пешеходных переходах сломана, канализационные люки провалились под землю, а в некоторых местах асфальт выглядит так, будто его вообще не ремонтировали. Важно отметить, что ровно год назад улица Геодезическая была почти полностью затоплена из-за поднятия уровня воды в ручье, который должен проходить под дорогой. Однако из-за того, что дренажную систему никто никогда не чистил, ручей нашел выход прямо из-под асфальтового покрытия. Плавал тогда весь район. Учли ли этот момент заказчики и подрядчики, когда занимались ремонтом? Нет. А сейчас там получается дренажная труба под дорогой-то или как? Труба появилась. Ее только никто не делал. Делали. То есть был вот этот старый, вот эта канавка, ее просто заложили и все. Да. Тут ничего не делал. Да, тут никто не это. Вот там, наверное, вот смотровой этот колодец есть. Вон тут он. Посмотрите. Нету рисков того, что когда вода начнет подниматься, тут заново все это выдавит, этот асфальт? Не знаю вообще, сложно сказать. Да. Ее забьет песком следующим ливнем хорошим, и все. Да. Будет то же самое. Прогнозы неутешительные. Получается, что когда в Читу придут дожди, например, летом, дорогу просто смоет водой. Однако нынешний руководитель городских дорог не считает, что это их головная боль. Разбитые канализационные люки и угрожающие новой дороге ручей – это, мол, поле обслуживания ресурсников, например, водоканала. Давайте так, мухи отдельно, а котлеты отдельно. Объясняю, участок этот ремонтировался из дорожного фонда Забайкальского края, да? Это был не капитальный ремонт, не реконструкция, а ремонт. Соответственно, ремонт осуществлялся по дефектной ведомости, сделанный, в течение 2 недель, проверена смета, и все. То, что просел колодец люка, наверное, это все-таки ресурсоснабжающая организация должна этим заниматься. Задача дорожников – установить верхнюю крышку плавающего люка в проектное положение. А если проседают стенки люка, то это, соответственно, недостаток того. Ресурсоснабжающая организация за него должна отвечать, а не дороги. А заказчик должен вести какой-то диалог с ресурсниками перед тем, как укатывать дорогу в асфальт, для того, чтобы они провели какие-то ремонты? Конечно, давайте я вам объясню.
объясню все, вот прям, чтобы все понимали. Потому что вопрос этот серьезный. Вот в городе он стоит, висит и обсуждается, выносится на различные совещания. Ну вот я скажу вам, как это есть и как должно это быть. До начала работ, неважно, по дефектной ведомости, по проекту, приезжают представители ресурсно-снабжающих организаций и конкретно заказчика МКУ «Городские дороги». Вместе они проходят весь участок пешком. Наш куратор фиксирует наличие люков. Если какие-то люки не нашли, фрезеруем покрытие. Зафиксировано там 16 люков водоканала, да? Нашли 10. Сфрезеровали, больше ничего не нашли. 6 люков где-то захоронены, может, да, на полметра ниже уровня асфальта. Вы как считаете, это проблема дорожников? Это проблема ресурсников. Слабое качество ремонта улицы Геодезической Сергей Паргачев объяснил совсем скудным бюджетом. 190 миллионов рублей было выделено на 8 улиц. И понимаете, на что денег, как говорится, хватило, то и сделали. Можно было бы выделили бы 380, делали бы улицу Геодезическую до конца. Но, к сожалению, извините, деньги закончились там, где они закончились. Даже если 190 миллионов, и я думаю, что все читинцы сейчас со мной согласятся, пусть сделано будет не 5 улиц, по мнению, насколько хватило, так сделали. Пусть будет отремонтировано 3 улицы, но сделано настолько качественно, что к ним больше не нужно будет подходить. 5 лет городская администрация пытается договориться с ресурсниками об очередности проведения ремонтов. Логично было бы сделать сначала коммунальные сети, а после укладывать новый асфальт. Но в Чите все делают по-своему, и каждый готов отвечать только за свою работу, а не договариваться и находить профессиональный компромисс. Эта острая и больная тема, кстати, касается и следующего адреса нашего совместного рейда с экспертами Народного фронта – улица Подгорбунского. Ее, как и многие другие улицы города, постигла участь сомнительно сделанного ремонта. Дело в том, что дорога отремонтирована частично, хоть и по проекту БКД. И вот эта улица Подгорбунского – это один из таких примеров. То есть улица отремонтирована в той части, отремонтирована вот Богомякова, а вот этот кусок в программу не попал. То есть и таких улиц у нас в городе, ну, определенное количество. И мы считаем, что это недоработка, что это недостаток, который нужно устранять. Причина такой реконструкции – все те же ресурсники и коммунальщики. Ремонт сетей запланирован по непонятной логике кого-то на пару лет позже, чем строительство новой дороги. Вот и решили не трогать те участки, где в будущем ТГК-14 и водоканал, возможно, будут проводить свои ремонтные раскопки. Данный участок на остальном протяжении улицы Подгорбунского был исключен по причине неудовлетворительного состояния сетей. В частности, в первую очередь теплосетей. Эксперты планируют вынести этот вопрос на общественное слушание. Негоже, чтобы дороги ремонтировали частично. И вообще, подготовленный отчет президенту страны Владимиру Путину от Народного фронта по исполнению наказов и реализации проектов будет очень содержательным и далеко не в пользу читинских городских чиновников. Мы будем Забайкальский край блистать, в кавычках, конечно же, в отчете президенту. И я не считаю, что это самая лучшая реклама Забайкальского края. Вот об этом нужно задуматься тем, да, кто отвечает все-таки за наш ремонт. Проблемы в строительстве и ремонте городских и краевых дорог стали уже систематическими. Каждый год бесконтрольно и бездумно происходит примерно одно и то же. И именно из-за безграмотного управления и безалаберного освоения федеральных средств чиновниками Забайкальский край может больше не получить никаких денег. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Павел Шухляев, ЗапТВ.